Накануне вечером в ДТП пострадала женщина. Кадры с места происшествия в нашу редакцию принес один из жителей города. По данным сотрудников ДПС, водитель автомобиля Toyota Land Cruiser двигался в сторону города от санатория Озерный. На перекрестке улиц Мира и Северной он стал поворачивать налево. В этот момент сзади в него на полном ходу врезалась десятка. Пассажирка отечественного авто получила травмы. Водитель ВАЗа, утверждают очевидцы, был пьян. Теперь, по всей видимости, мужчине придется выложить кругленькую сумму за ремонт иномарки. А вот отечественная легковушка, судя по ее состоянию, восстановлению подлежит вряд ли. И буквально спустя несколько минут в аварию попал еще один водитель. На улице Энтузиастов его «Мерседес» буквально слился воедино с металлическим ограждением. Водитель автомобиля «Мерседес» при повороте налево не справился с управлением, в результате чего допустил выезд на обочину, где совершил столкновение с металлическим ограждением. В центральную городскую больницу города Ноябрьска доставлен пассажир данного транспортного средства для оказания медицинской помощи. Травмы у пассажира иномарки оказались несерьезными. Медики оказали ему первую помощь и отпустили домой. Легким испугом отделался и водитель. К слову, судя по его неустойчивой походке и невнятной речи, незадолго до того, как сесть за руль, мужчина употреблял спиртное. Правда, метод свидетельствования он проходить отказался. Давай. Двигайся. Больше фотографируй больше. Двигайся. Давай. Давай.